Девочки, кайфую, отдыхаю. Ребятки здесь тоже кайфуют, отдыхают. У меня вообще все заебись. Я пушка, гонка, улет, таланты, королева. А мои бывшие одноклассницы, бичихи, которые учатся в медицинском, получили красные дипломы. И все, пойдут работать в пятерочку. А я пушка, гонка. Понятно. Пися королевских королей. Какая новая информация. Всем здорово, ребята. В ТикТоке у нее под этим роликом довольно-таки много хейта. Типа там, ой, ты что, там надо быть попроще, там и так далее. Да, ну, короче, хейтит ее, типа, да, за то, что там те, кто в медицинском, там, короче, учится, она бичихами назвала, там и так далее. Слушайте, а ведь не все те люди, которые учатся в медицинском, пойдут работать в пятерочку. Да, некоторые будут и работать врачами, да, докторами. Слушайте, я обычно не хейчу таких людей, я в таком случае люблю применять поговорку «жизнь все на свои места расставит». Ребят, мы все болезненны и смертны. И знаете, очень интересно было бы посмотреть, когда, ну, каждому человеку на этой планете когда-то становится плохо, ребят. Он болеет, там, и тяжелыми болезнями и так далее. Вот когда ей станет плохо, ребят, а ей станет плохо, потому что, ну, я еще раз повторюсь, мы все болезненны и смертны, да? Вот. И как она поползет на карачках у этих бичих просить помощи. О, боже, помогите, спасите, боже, болит очень сильно, боже, боже, помогите мне, умоляю вас, да. И, представляете, будут ползать на карачках, а эти бичихи будут стоять на нее смотреть, да, вот как бы. Именно те люди, которых она бичихами называла, да. Честно сказать, ребята, я бы ей помог, если бы я был бы доктором, вот именно там, в какой-то клинике, да, вот, но не от того, не от гуманизма своего, не от человеколюбия, а только потому, что если бы я ей не помог, ко мне бы применили статью уголовную «Оставление человека в беде и опасности», вот, вот только сидеть бы из-за нее не хотелось бы, просто и все, понимаете, вот, ребят, некоторые ситуации людей очень меняют, и поверьте, когда ей станут плохо, она сразу же забудет, что там бичихи там какие-то и так далее. Ребята, она будет ползать на брюхе и просить помощи. Ну, так оно обычно бывает.